У меня много друзей. Если я всех попрошу подписаться и сделать репост, за неделю наберу 1000 подписчиков. Не подумает ли YouTube, что это накрутка? Есть какие-то ограничения по подписке и репостам в соцсетях? Смотрите, не так это работает. Вы не так, что всем рассылкой, да, а вот вы разбейте себе вашу 1000 друзей на 2 месяца. И каждому пишите лично. Потому что YouTube будет видеть, что по вашей ссылке на ваш канал переходит с определенного IP-адреса, да, человек, который смотрел там, да, подписывается, почему, смотрит он. Просите какое-то, посмотреть видео, дать какую-то вам обратную связь, какой-то комментарий где-то написать, чтобы они как-то взаимодействовали с вашим YouTube. Потому что от того, что они пришли, лайк поставили и ушли, ничего лучше не надо, таких друзей не надо. То есть надо давать с теми, кто выберите из 1000, только 100, которые будут взаимодействовать с вашим каналом. Туда будет хорошо.